В марте этого года в Ленинском районе стартовала акция «Притормози», которая продолжилась на всей территории России. Она была направлена на безопасность дорожно-транспортного травматизма, в особенности детей. В рамках этой акции проводился конкурс «Мой ребенок. Яркая личность». Его победителем стал житель города Видное, воспитанник детского сада «Огонек» Егор Шанаев. В минувший четверг в районном ОВД состоялось торжественное награждение победителя. 5 школ и столько же детских садов приняли участие в акции «Притормози». Цель перед инспекторами стояла непростая – привить детям и подросткам чувство осторожности на дорогах и научить правильно вести себя в районе проезжей части. С помощью аниматоров в игровой форме детям рассказывалось, что вообще такое дорога и насколько опасно пренебрегать правилами ПДД. В рюкзаках, которые полицейские подарили ребятам, помимо фликеров, были журналы, где всех желающих приглашали принять участие в конкурсе «Мой ребенок. Яркая личность». Что такое яркая личность, да? Это использование световозвращающих элементов на дороге в темное время суток. И как раз вот этот конкурс и был направлен на то, чтобы ребенок, ну и родители понимали всю ценность и всю актуальность данной темы. Что если ребенок находится в одежде со световозвращающими элементами, значит, он надежно защищен в темноте. Правила конкурса заключались в том, чтобы прислать фото ребенка в одежде со светоотражающими элементами. На протяжении 4 месяцев жюри выявляло победителя. Работ со всей России за это время было прислано очень много, но первое место взял наш видновский мальчик. Придя однажды из детского сада, Егор рассказал родителям об этом мероприятии, и те сразу приняли решение участвовать в нем. Все вместе они смастерили и светоотражающих полос. Надпись на куртке «Притормози». Действительно, такие конкурсы приносят положительные эмоции не только ребенку, но и родителям. И что действительно можно участвовать и побеждать. Это самое главное. Подарок за победу Егору торжественно вручили велосипед и защиту для езды на нем. Теперь мальчик советует всем своим сверстникам больше внимания уделять фликерам. Если будете такие наклеечки использовать, вам будет велосипед. Еще одна важная для инспекторов работа проведена, но на этом они не останавливаются. Ведь проезжая часть – это не место для игр. Юлия Погосян и Адам Елена Кошлева, Видное ТВ.